Здравствуйте всем, дорогие друзья, и сегодняшнее видео я снимаю не по своей воле, а потому что мне вчера пришел донат от моего донатера, вот, который я вижу впервые. Вот, но когда появляется новый донатер, вот это всегда хорошо. И мне человек с ником что же вы придумаете вот такие и имена, которые вообще сложно прочитать. В общем, человек с ником Алекс. Алекс, ну Корвус, английскими буквами. Я не знаю, что вот это слово означает. Надеюсь, не какое-то там оскорбление. Вот этот человек мне задонатил 500 рублей и написал вот такой текст. Ну, привет, сними видео на тему дневника девственника и приморского лентяя. Что ты о них думаешь? И чтобы посоветовал, чтобы найти девушек. Ну, во-первых, я хочу сказать огромное спасибо вот этому человеку за донат. Вообще у меня вот уже было видео по поводу дневника девственника, по поводу приморского лентяя. Ну, вот это были вот такие отдельные видео. Вот. И если говорить в целом, вот то, когда подобных блогеров становится больше, то вот это всегда... хорошо для всех в целом, потому что чем больше будет вот таких блогеров, тем больше будет привлекаться внимание общественности к нашей проблеме, к нашим проблемам, которая выражается в невозможности найти девушку. Если раньше вот это считалось чем-то постыдным, когда там человек говорил, что, например, он там остается девственником до сих пор, независимо от возраста, а вот этого человека там, не знаю, считали, каким-то там чуть ли не больным на голову, потому что, как можно там, разговаривать на вот такие, темы, то есть, как там можно, разговаривать на темы секса, то есть, вот этот человек там становился с точки зрения остальных людей там чуть ли не изгоем, каким-то, потому что, вообще за подобное, чуть ли не в дурку хотели сдавать, то есть секс, самое важное в жизни, которое закладывалось самой эволюцией для абсолютно всех людей, секс, это самое главное, секс, это самое важное, секс, это и источник энергии, сексуальной энергии, без которой человек прожить не способен, то есть, и если там, какое-то время назад считалось, что секс, это чисто, процесс для зачатия, ребенка, то есть, сейчас люди начинают осознавать, что секс, в нем есть, вот такая, то есть, вот такая, потребность в сексе, она есть, каждый день, там, я не говорю, что, там, абсолютно у всех, в любом случае, потребность в сексе, она есть, есть постоянная потребность в сексе, то есть, и секс, он должен быть на регулярной основе абсолютно у всех. В общем-то, дорогие друзья, если взять вот этих трех человек, то есть я, дневник девственника, приморский лентяй, то между нами похожая ситуация у нас у всех, которая выражается в невозможности найти девушку. Но причины, все-таки я считаю, что у нас не совсем прям идентичны. Потому что если я, например, у меня косолазие, заикание, рост всего лишь 1,50 м. У дневника девственника, с ростом, тоже, можно сказать, есть проблемы. Потому что у него, если не ошибаюсь, 1,70 м, либо там 1,70 м с чем-то. И в наше время этого роста явно... недостаточно для того, чтобы найти девушку. Еще у дневника девственника там проблема с весом, проблема с зубом. И все это, естественно, бросается в глаза. Глупо отрицать, что, например, зуб, девушки сразу замечают.
Худобу я бы не сказал, что это прям замечает, но то есть, например, вот накачанного человека, если он ну, будет идти ну, как бы, ну, по улице зимой, особо никто даже и не поймет, что он там занимается спортом. Аналогичная ситуация с худобой. Ну, то есть худобу ее можно заметить, но только вот сейчас, вот там в летнее время, ну, когда все там ходят в футболки, а вот зимой я не думаю, что ну, прям вот у дневника девственника заметна его худоба. Вот. Ну, до того момента, ну, пока он не снимет там ну, куртку, ну, по крайней ну, мере. А вот зуб, да, зуб, ну, то есть, ну, и его, ну, а, ну, как бы заметно всегда и везде. Но, тем не менее, ну, можно ли считать, что, ну, как бы зуб, вот это главная, единственная его проблема, то есть, ну, которая вызывает, ну, вот такую, вот такие, ну, вот такие, ну, проблемы там с девушками. Ну, я не думаю, что вот это единственная ну, проблема, но потому что в наше время девушки, девушкам явно как бы недостаточно ну, того, чтобы у тебя отсутствовали явные дефекты там, ну, какие-то. Если ты даже обычный там, человек там, с обычной там, средней внешностью, то уже, ну, по сути, можно забыть вот таком ну, понятии, как девушка и отношения. Но потому что девушки, они не согласны на средние. Девушки хотят исключительно лучшего, соответственно, из всех ну, троих, самая ну, лучшая ситуация ну, у ну, приморского лентяя. Вот, в плане внешности, в плане внешности. Ну, то есть, вообще, вот я считаю, что, знаете, вот девушкам в наше время, вот, ну, а, ну, то есть, они хотят, чтобы у мужчины, ну, была, ну, квартира, вот, вот как, например, у дневника девственника, и чтобы у него, ну, была, ну, как бы, нормальная внешность, вот как, например, у ну, приморского лентяя, вот, но только в таком случае, вот, есть, ну, какие-то шансы на девушку, есть, но, вот видите, ну, как говорится, ну, по иронии судьбы, вот, у дневника девственника, у него есть, ну, квартира, но вы все равно у него ну, проблемы с внешностью, ой, с девушками, ну и с внешностью, ну, конечно же, есть определенные ну, проблемы. У ну, приморского лентяя, я считаю, у него абсолютно, ну, как бы, абсолютно никаких ну, проблем с внешностью, но, тем не менее, у него ну, проблемы с жильем, вот, жильем. А девушек что-то одно в наше время не строит. А вот у меня вообще, у меня и ну, проблемы с внешностью, и ну, проблемы с квартирой. Ну, то есть у меня абсолютно ничего. Соответственно, с точки зрения ну, математики, самые ну, большие шансы из нас ну, троих найти девушку ну, приморского лентяя. Самые ну, плохие шансы... Ну, то есть, самые ну, большие шансы найти девушку ну, приморского лентяя, самые... Ну, ну, как бы плохие шансы на эти девушку у меня, ну, как бы, ну, потому что у меня и внешность плохая, и отсутствует жилье. А дневник девственника, соответственно, находится где-то, ну, посередине, ну, то есть, и если, ну, речь идет о, там, ну, каких-то чувствах, о любви, то все равно для любой девушки внешность, ну, будет важнее, ну, квартира. Внешность... Ну, будет важнее, ну, квартира, ну, потому что существует огромное, ну, количество чедов, с которыми девушки встречаются, там, например, живя на съемной, ну, квартире. И, что самое главное, вот эти девушки, ну, то есть они, ну, тоже готовы выкладываться в отношениях. Ну, то есть, если, ну, речь идет о съемной, ну, квартире, то, сами, ну, понимаете, сумма там достаточно, ну, большая. И, соответственно, самому, ну, как бы чеду, вот это... можно сказать, не по карману, соответственно, если вот действительно там чед с красивой внешностью, с высоким ростом, то вот такие отношения девушки готовы выкладываться, вот в отличие от, если, например, мужчина ее не устраивает внешне, но зато у него там есть, ну, квартира, то шансов встречаться с девушкой гораздо, но меньше, но потому что, ну, как бы девушка, она
не будет, согласно, ну, терпеть вас чисто из-за, ну, квартиры. Вот. А, ну, в любом случае, всех нас, ну, троих объединяет одно, вот, мы нигде, мы как бы нигде не работаем, мы живем на шее у своих, ну, родителей. Если дневнику детственника, ну, повезло, ну, больше в этом плане, ну, то есть его, ну, помимо содержания, ему еще и, ну, квартиру, ну, ну, купили, то вот у меня и у приморского лентяя нам, к сожалению, не настолько сильно, ну, повезло, вот. Соответственно, мы вынуждены жить там с родителями, ну, я с родителями, а, ну, приморский лентяй и вовсе там с какими-то внутренними, ну, родственниками там. Ну, в любом случае, мы нигде не работаем, то есть мы абсолютно, ну, как бы, абсолютно не целеустремленные, мы абсолютно не амбициозные, мы абсолютно, ну, бесхребетные, мы абсолютно аморфные, вот. И наша, ну, проблема, ну, то есть она, ну, как таковая, ее, ну, наша, вот такой, ну, безденежье его нельзя считать, ну, причиной наших неудач на личном фронте. Но потому что если речь идет о любви, то девушка, ну, была бы готова встречаться с нами в любом состоянии, то есть в абсолютно любом состоянии, то есть в безработном, там, в нищем, там, и с чедами действительно встречается, вот, с легкостью, вот, встречается с чедами, у которых абсолютно ничего. И вот это, я считаю, и есть настоящая любовь. Вот. Настоящая любовь, а все остальное, вот это уже, ну, какое-то сожительство на почве содержания. На почве содержания. Соответственно, ну, дорогие друзья, в какой-то, ну, мере нам даже, ну, повезло. Нам даже, ну, повезло, вот, если сравнивать вот таких, ну, как мы, там, например, с какими-то, ну, барабами, там, с какими-то, ну, колдами, но потому что мы, да, вот как бы мы живем в одиночестве, но хотя бы мы, ну, понимаем, что нас не используют, вот, нас не используют. А вот эти все, баба, ну, рабы, ну, которые, там, не знаю, с утра до вечера, ну, работают ради, ну, того, чтобы содержать девушку, то, естественно, вот далеко не до всех даже дойдет то, что девушка, ну, как бы, она с ним встречается чисто из-за выгоды, вот, и никакой любви здесь, ну, речь даже не идет. И если выбирать среди вот этих, ну, двух, то, естественно, я лучше бы выбрал, ну, то, что я и имею сейчас, ну, то есть жить без девушки, там, например, чем, ну, какие-то там высосанные, ну, пальцы, там, ну, подобие отношений, вот. Но когда девушка с собой возвращается за то, что ты ее содержишь, вот, и там, ну, я даже не говорю о, ну, банальном там, ну, каком-то содержании, там, естественно, вот эти все мужчины, они же там, ну, явно не обычные заводчане, ну, то есть девушки обычные, девушкам обычные заводчане, они, ну, как бы, девушек не устроят, соответственно, вот эти все там скуфы, ну, какие-то, ну, которые там, не знаю, добились чего-то в жизни, в финансовом, ну, плане, ну, то есть они явно там зарабатывают выше среднего, вот, чтобы обеспечивать девушек и все запросы там девушек в наше время, то зарплата должна быть, ну, я не знаю, ну, хотя бы, вот, ну, при самом вот таком, ну, минимальном сценарии, ну, хотя бы там 100, ну 50, там 200, ну, тысяч, и в любом случае девушка, она же не будет вас любить. Соответственно, я все же считаю, что гораздо, ну, лучше жить в одиночестве, но зато, ну, тебя девушка не использует, и ты, ну, прекрасно, ну, понимаешь, вот, что, да, ну, ты там в одиночестве, ну, зато, там, ну, тебя, ну, при первой возможности, как бы, девушка не выбросит, там, ну, когда найдет, ну, более выгодный вариант, вот. Дальше, что, ну, касается, ну, причины, вот, ну, у дневника девственника, несмотря на то, что он считает
своей главной его проблемой лишний вес, я бы так не сказал. Я вообще считаю, что не лишний вес, а оборот, вот, худобу. Худобу. Я не считаю, что худоба вот это какая-то проблема в плане поиска девушек. Но потому что в любом случае, если будет два одинаковых человека, там, например, один какой-то скуф, а другой с худобой, все же я считаю, что девушка, она выберет как раз таки мужчину с худобой. Потому что худоба вот это гораздо лучше, чем лишний вес. Лишний вес он сразу и изменяет внешность до неузнаваемости, в худшую сторону. И я считаю, что с лишним весом, в принципе, абсолютно невозможно вызывать симпатию у какой-то девушки, потому что, опять же, все вот это противоестественно. То есть лишний вес, вот это все противоестественно. Сразу там, становится вот такое толстое лицо, не зря же придумали вот такое понятие, как скуф. Когда лицо становится после 30 лет, у всех мужчин как под копирку одинаково. И если в процентном соотношении после 30 лет, как раз таки дневнику девственника ему 34 года. И в таком возрасте, процентов 80-90 мужчин, они будут как раз таки с куфами, а не с таким телосложением, как у дневника девственника. Соответственно, у него, по сравнению со скуфами, у него явное преимущество, потому что ему повезло с генетикой. И я считаю, что когда человек худой, то вот это плюс, не минус. Но, естественно, зуб, вот это все, бросается в глаза. Зуб, бросается в глаза, и естественно, если идет речь о поиске девушки, то себя необходимо привести в максимально возможное, лучшее внешнее состояние, и исправить все возможные проблемы, которые возможно исправить. Которые отсутствуют возможности исправить, то с тем, в принципе, все понятно. Если возможно исправить, то, естественно, это нужно делать. Если есть вот такая возможность, если есть финансовая возможность, то, конечно же, для повышения шансов, для повышения шансов необходимо исправлять все возможные проблемы. И в случае с дневником девственника его проблемы возможно исправить. Да, там зуб, например, поставить там коронку, пусть и достаточно дорого, но возможно. А в моем случае у меня косолазия абсолютно неисправимая. Мне там часто пишут, например, сделай операцию. Эти люди, они абсолютно ничего не понимают. Мне делали операцию, и она мне помогает максимум на несколько лет. Естественно, эти операции делать каждые там 2-3 года не самая лучшая идея, потому что вот это все, в целом оно не пойдет на пользу. Заикание и вовсе я не могу исправить, рост 1,50 м я тоже не могу исправить. Соответственно, моя ситуация, она самая худшая из всех вот этих троих людей. Дневнику девственника я бы посоветовал исправить зуб вот это все, конечно, дорого, но тем не менее, вот это все, конечно же, повысит шансы. И плюс у него еще в целом, проблемы с зубами, ему нужно поставить вот эти брекеты, там уже все намного тяжелее, потому что вот эти все брекеты, они там стоят огромных денег, но тем не менее, я думаю, что
ну, по мере, ну, популярности, то у него возможно со временем появится, там, ну, потому что у него число, ну, подписчиков там увеличится гораздо, ну, быстрее, ну, как бы, чем у меня, и, соответственно, я, ну, предполагаю, что, возможно, ну, когда-то найдется, ну, какой-то донатер, ну, который вообще там ему задонатит на решение всех, ну, проблем, вот, в целом, вот как там, например, Владу Савельеву там задонатили на переезд там в Рец, то есть вот таких, ну, богатых людей, ну, в наше время большое, ну, количество, и я уверен, что найдется вот такой человек, ну, который задонатит ему, ну, когда-то там на лечение зубов, вот, и, естественно, вот это все, ну, кардинально, ну, повысит его шансы найти девушку, вот. Ну, приморскую лентяя, у него ситуация в целом, ну, кардинально отличается от ситуации моей, от ситуации дневникодевственника, ну, потому что у него отсутствуют, ну, какие-то там выраженные дефекты внешности. Ну, то есть у него внешность, я бы сказал, ну, то есть выше средней, и ему даже, ну, как бы, ему неоднократно в комментариях написали девушки там, например, ну, предлагали встречаться. И вот я даже несколько дней назад, ну, когда я общался со своей, ну, подписчицей, вот с которой у нас, к сожалению, ничего не получилось. Ну, то есть, да, я вот такой, куколт, ну, который, ну, предлагал ей, ну, как бы, ну, ну, как бы, ну, более хороший вариант. Ну, то есть я в прямом смысле делаю вот это всегда. Ну, то есть, если, например, у меня на горизонте появляется, ну, какая-то девушка, я для того, чтобы, улучшить ее жизнь, я советую ей, ну, более выгодный вариант. То есть, и в данном случае, вот я у нее спросил, то есть, встречалась бы ты, например, с дневником девственника, на что я получил, ну, как бы, отказ, вот. Ну, я не стал уточнять, ну, почему она не хочет встречаться с дневником девственника, она не уточняла причины, но потом я ей, предложил, ну, то есть, кандидатуру, ну, приморского лентяя, на что... Вот она, ну, тоже, как бы, она отказалась, но я смог, ну, так сказать, вытащить из нее, ну, причины, вот, ну, причины отказа. На что она сказала, что, ну, то есть она, ну, как бы, ну, приморский лентяй устраивает ее внешне. Вот она, ну, как бы, его считает симпатичным, но ее, можно сказать, отталкивает его вот такие, ну, ментальные, ну, проблемы, то есть, связанные с самооценкой, там, связанные с, ну, как бы, с, ну, вот, ну, по сути, девушки, явно же, что они, ну, как бы, хотят себе, там, уверенных в себе, там, не знаю, мужчин. Но тем не менее, на первом месте я все же считаю внешность. Вот я считаю внешность, и, соответственно, у кого, ну, больше шансов, то есть у уверенного в себе, ну, какого-то инцела, либо же у, ну, такого, ну, можно сказать, чеда, но не уверенного в себе, а внешность у, ну, приморского лентяя, она, ну, как бы, максимально приближенная к чеду. Ну, то есть у него высокий, ну, рост, я не знаю сколько, но, по-моему, больше там 180, насколько мне известно. Ну, все равно перечеркивает его вот такая неуверенность в себе. Ну, то есть мне даже вот эта, ну, подписчица сказала, что ее отталкивает в нем... Ну, то есть, вот такая неуверенность в себе, и даже не то, что неуверенность в себе, а вот такая, как бы, у него есть вот такое, ну, как бы, нежелание идти на контакт. Вот она мне, ну, прямо сказала, что в нем отталкивает вот такое нежелание идти на контакт. Вот она, ну, тоже, вот как бы,
ну, как бы я на 100% уверен, что она бы, ну, была готова встречаться с ним, и я, ну, как бы, хотел бы вот этого, ну, то есть я всеми способами, ну, как бы, ну, пытался выдвинуть его, ну, кандидатуру, ну, то есть, ну, потому что, вот, например, вот эта, ну, подписчица, по ее словам, вот она хотела бы встречаться со мной, но у нас ничего не получилось, ну, ну потому что мы живем в разных странах. Соответственно, я, ну, как бы, всеми способами я, ну, пытался ей, ну, так сказать, ну, предлагать, ну, кандидатуру, ну, приморского лентяя. Ну, в итоге она сказала, что ее отталкивает вот такое, ну, как бы, его нежелание идти на контакт. Вот. Ну, потому что вот это даже не впервые там для него. У него там в комментариях написали девушки, ну, причем девушки не какие-то, вот там, знаете, ну, какие, ну, попал. Я специально там смотрел в комментариях, ну, какие девушки ему там, ну, по сути, ну, прямо вот, ну, прямо намекали на то, что они хотят с ним встречаться. И все девушки вот эти, ну, были с хорошей внешностью, с хорошей внешностью. Вот если у меня там в комментариях вы зайдете, например, ну, то есть вы там абсолютно, как бы, ну, вы там, вы там, как бы, вы не увидите девушек с хорошей внешностью, вот. Ну, я надеюсь, мои подписчицы, как бы, не обидятся, вот, но мне в комментариях я ни разу не видел девушек с хорошей прям внешностью, вот, ну, которые есть у приморского лентяя, вот, у приморского лентяя, ну, как раз-таки там все девушки, вот, они даже там фотографии ставят, вот, чтобы, вот, ну, как бы сразу, ну, привлечь его, вот, но, тем не менее, ни одной из этих девушек, ну, как бы, можно сказать, приморский лентяй, ну, как бы, из-за своих страху, то есть, не ответил взаимностью, то есть, ну, я думаю, что, ну, проблема явно не в том, что он, ну, как бы, не хочет встречаться, нет, я думаю, что он хочет встречаться, но, опять же, из-за вот этой неуверенности в себе, ну, то он, ну, как бы, ну, боится, я думаю, вот, ну, то есть, я думаю, что, ну, боится, но, как бы, устанавливает, ну, контакт с этими девушками. Хотя вот я, если бы у меня, ну, была вот такая внешность, ну, как у приморского лентяя, я бы с легкостью там, вот, ну, я бы чувствовал себя, ну, как бы, уверенным в себе, но потому что я считаю, что у него, ну, плюс-минус, вот у него внешка максимально, ну, приближенная к чьей-то, ну, то есть у него абсолютно никаких, ну, проблем с внешностью, у него никаких, ну, проблем с ростом, да, там, ну, то есть он тоже нигде не работает, но, тем не менее, вот это все второстепенное. При условии, если у тебя есть внешность, ну, ну, которая, ну, привлекает девушек, ну, то есть, все, вот это уже там, ну, по мере отношений с девушкой, ну, то есть, все вот это само, ну, приложится, вот, ну, так сказать, вот. Я, ну, тоже нигде не работаю, вот, ну, при общении с вот этой, ну, подписчицей, ну, то есть, я, ну, прямо, ну, как бы, говорю, если бы у меня, ну, появилась девушка, я бы устроился на работу, то есть, в чем, ну, проблема, вот, ну, то есть, ну, мне для того, чтобы устроиться на работу, ну, то есть, мне нужна сексуальная энергия, ну, то есть, мне необходим секс, то есть, а без секса я не могу устроиться на работу, ну, потому что у меня отсутствует энергия. В случае с приморским лентяем, вот, я не знаю, возможно, ну, как бы, целенаправленно отказывается от любой, но работы, и, возможно, даже, но, ну, девушка его не заставит, ну, как бы, устроиться на работу, но хотя он, если сравнивать со мной, там, с дневником девственника, ну, то он явно, ну, проработал за всю жизнь гораздо, ну, больше, чем, наверное, даже, ну, мы вместе взяты, ну, потому что, вот, у него там были видео, он там, ну, работал, ну, кем-то, ну, как я, ну, понял, вот этим
как, ну, в общем, там, ну, работал он, в, ну, как бы, в порту, там, что ли, как бы, ну, крановщиком, вроде как, я не особо запомнил вот эту новую профессию, ну, вроде как, ну, вроде как, ну, крановщиком, и я думаю, что он, ну, проработал там, ну, как минимум, вроде как, год, а может даже больше, а вот я за всю жизнь, я не проработал год, вот. Я, ну, подозреваю, что дневник девственника, ну, тоже, даже вот, не проработал, соответственно. Вы все-таки, вот, ну, мы, ну, более вот такие, ну, ну, так сказать, ну, принципиальные, можно сказать, в плане, что мы не хотим, ну, ну, как бы мы целенаправленно не хотим, ну, работать, вот. А, ну... Я считаю, что, ну, приморскому лентяю ему, ну, как бы, вот, например, если в случае с дневником-девственником, ему там, да, ему необходимо вылечить зубы, то есть на вот это все нужны большие деньги, то у приморского лентяя у него абсолютно никаких видимых, ну, проблем. Ну, то есть единственное, что я заметил у него, вот, ну, то есть синяки, ну, под глазами из-за того, что он, ну, как я, ну, понял, ну, то есть... Ну, мало спит, вот, ну, вот это все исправимо. И что самое главное, на исправление вот, вот этого не нужны деньги. Соответственно, если бы у него, ну, появилась девушка там с квартирой, все, ну, то есть у него бы, ну, пропали, ну, какие, ну, либо, ну, проблемы в жизни. Но ему мешает сделать вот такой, ну, первый шаг, да даже не первый шаг. Так, ну, а телефон выключится. Ну, в общем, ну, приморскому лентяю сделать, ну, первый шаг, ну, точнее, даже не первый шаг, ему чисто даже ответить на вот эти, ну, предложения девушек ему мешает, ну, как я, ну, предполагаю, вот, возможно, ну, какие-то психические, ну, какие, ну, проблемы на фоне воспитания, вот, ну, у него там, насколько я знаю, ну, были, ну, какие-то, ну, проблемы в семье, и даже сейчас он с родителями не живет, ну, по той же, ну, причине. Ну, соответственно, вот это все, ну, какое-то деструктивное воспитание, ну, то есть оно отложилось у него в голове и, ну, повлияло на самооценку. Соответственно, если бы я был в теле, ну, приморского лентяя, я бы уже давно, ну, был с девушкой. Ну, ой, вот у меня, ну, как бы... У меня, ну, абсолютно никаких проблем с самооценкой, но у меня отсутствует вот такое, ну, тело. А самой вот такой самооценки ее явно недостаточно. Ну, потому что самоуверенные, но они красивые, они девушкам не нужны. То есть, соответственно, из всех нас, ну, троих, самые, ну, лучшие... ситуацию у приморского лентяя, соответственно, вот я, ну, предполагаю, что и из нас на троих он, ну, раньше всех сможет найти девушку и, в принципе, вот, найти девушку. Ну, потому что, несмотря на, ну, попытки там дневника девственника, ну, подходить, вот у него, ну, как раз-таки никаких, ну, проблем с самооценкой, ну, то есть у него никакой социофобии, в отличие от меня и приморского лентяя, но тем не менее, но, как видите, ему это не особо, ну, помогает. Ну, потому что все должно быть в комплексе. То есть девушкам нужна и внешность, чтобы она, ну, была хорошая, вот, и чтобы ты, ну, был уверенный в себе. То есть, а одно что-то девушек не устроит. Ну, хотя вот, конечно, вот в случае с приморским, но лентяем, я не думаю, что ему прям нужна была такая там и излишняя самоуверенность, и ему, ну, будет достаточно чисто избавиться от вот таких чисто страхов там и, ну, как бы, неуверенности в себе. Вот, соответственно, я, ну, предполагаю, что, ну, приморский лентяй найдет девушку и из нас, ну, первый и, возможно, и единственный, вот, даже. Ну, потому что в случае со мной и с дневником девственником, ну, то есть наша новая проблема, ну, то есть она, ну, более глобальная, вот такая, и, ну, по сути, она, ну, трудноисправима, вот, ну, трудноисправима, ну, хотя бы кто-то, ну, пусть, ну, будет счастлив, вот, вот это уже, ну, будет, ну, для нас в целом хорошо, вот, ну, потому что,
ну, будет как, ну, пример, ну, как, ну, пример, вот, и, ну, будет давать, ну, хоть, ну, какую-то уверенность, там, в своих силах. В общем, ну, было бы такое видео. Я еще раз хочу сказать спасибо человеку с ником, ну, который мне, ну, тоже сложно выговорить, человек с ником. Алекс. Ну, Корвус, вот, за такой донат. И если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео.